и после рекламы новости города и региона. Завтра, 12 августа, пройдет прием жителей по вопросам образования в Пинском районе с 10 до 17.30 по следующим адресам. В администрации района принимает Нелли Тимофеева, кабинет 31, в управлении образования Елена Завальнюк, кабинет 23. Прием также будет во всех администрациях поселений. Перерыв на обед с 13 до 14. В Струбково отметили десятилетие Зубовского сельского поселения. Для сельчан выступали московские артисты цирка, аниматоры клуба «Заречье» Яна Тизова. В этот же день чествовали депутатов первого созыва, отличников труда и детей, родившихся 10 лет назад. Завершился праздник фейерверком. В подмосковных лесах могут установить маяки для ориентации потерявшихся. Это могут быть столбы или специальные места на перекрестке дорог, на тропинках в лесу, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он также дал поручение внедрить на территории области систему для отслеживания перемещения людей в лесах. Система будет отсылать потерявшимся оповещения и указания, как выйти из леса.